есть нехилый шанс, что Украина и Грузия вступят в НАТО при нем же. Нет. Есть. Нет. Есть. Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам, а не вот, НАТО. Вот. Это вот... Это вот, вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, и есть суть ультиматума. Потому что Украина, это, вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Вот или вписывает в Конституцию, что мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на Лобном месте. Нет, посожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Тогда они побегут от тебя в НАТО просто. Нет, вот нет, нет. Побегут. Они все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы, welcome home.